Собрали маленький велосипедик для маленького райдера. Вот он на раме фирмы Макс. Макс Про. Поставили на его мост с колесами диаметром 18 дюймов. Вот. Записывали их в три креста на вот такие вот ободочки. Вот. Обода одинарные, черные, алюминиевые. 6 скоростей, стандартная трансмиссия. Оставили на нее цепь на 6, 7, 8 скоростей. Вот. Поставили вот такую вот монетку индексного типа Шимана. Ну и вот скоро этот велосипед поедет к своему хозяину, к новому. Будет мальчиком кататься. Наконец-то. Мечта его сбудется. Ну вот. Что, протестируем? Да, мы сейчас его протестируем. Тестировать будем нежно и довольно аккуратно, чтобы не сломать. Ну, Михаил, скажите, а вот человечек подрастет, что можно сделать дальше с этим мостом? Дальше, ну, я думаю, к сожалению, ДЦП никуда не уйдет. Вот, ну, может, что уйдет, это будет вообще отлично. Ну, а если не уйдет, то это можно все дело будет с него снять, вот, демонтировать и поставить, допустим, на 20-ку. Будет побольше, взять, допустим, какой-нибудь... То есть взять велосипед 20 дюймов или 24 и уже переспичить эти самые? Какой-нибудь... Складной стелсик, не знаю, там или что-нибудь там получше, если есть деньги, как бы, и просто уже переставить вот этот мост весь, просто поставить уже на новую раму. И то есть мост, он как бы многоразовый, он подойдет по другие системы, да? Он как, в общем, он многоразовый используется. А это можно потом выкинуть, там, отдать там, пионерам отдать, продать. Угу. Хорошо, спасибо, так, Михаил. Можно еще... на будущее. Одной рукой, да, жмешь? Ну да, держу. Красава.